8 по 15 августа на Октябрьском проспекте изменится схема движения транспорта в связи с проведением работ по реконструкции дороги. Закрыт левый поворот на Волковский проезд при движении в сторону области. Водители могут воспользоваться объездным маршрутом через Хлебозаводскую улицу. Также изменится маршрут номер 4К, станция Люберцы, улица Космонавтов. От станции автобус проследует по Смирновской улице, далее по Октябрьскому проспекту до конечной остановки. Напомню, что реконструкция Октябрьского проспекта увеличит пропускную способность на 35%, а время проезда сократится на 20-30 минут. Завершить работы по первому этапу планируют в сентябре 2023 года.